Украинская полиция рассматривает нападение в Турку как теракт. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на местные власти. Между тем, в стране в ходе рейдов задержаны 5 человек. Полиция выясняет, причастны ли они к инциденту. Напомню, накануне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на площади в центре Турку. Двое погибли, еще 8 получили ранения. Полиции удалось арестовать злоумышленника, а при задержании его ранили в ногу. После случившегося в Финляндии усилили меры безопасности, хотя до последнего времени Финляндия считалась одной из самых комфортных для туристов стран Европы.